Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня я хочу поделиться с вами очередной посылкой с iHerb. Это были очень выгодные приобретения. А также я хочу рассказать вам о потрясающей новости. Особенно она обрадует тех, кто впервые будет делать заказ на iHerb. Потрясающий, я считаю, подарок от iHerb – это целых $10 скидки для новых покупателей. И стоимость заказа от $40 должна быть. Соответственно, плюс еще 5% дарю вам я – кодом, который я также оставлю вам, и всю информацию об этой акции я оставляю вам в описании к этому ролику и в комментариях для тех, кому не хочется открывать описание. Кто не первый раз делает заказ, просто оформите этот заказ на другого человека, на члена вашей семьи, либо сложитесь с подругой, получите огромную-огромную скидку, то есть это 1/4 от вашего заказа. Давайте приступим к моему заказу. Такой замечательный набор от косметики Andalou. Это гликолевая маска с папаином. Папаин – это натуральный растительный отбеливатель из папайи. Я пробовала у своей знакомой, и она мне очень понравилась, эта маска. Выглядит она как абрикосовое такое пюре. Она дает потрясающий эффект за счет вот этого растительного составляющего папаина. Это однозначно. Я пробовала ее на себе, могу сказать, что да, действительно цвет лица меняется, особенно после второго-третьего использования. Следующее средство – это Illuminating Toner. Такой очень красивый флакон. Очень, кстати, удобный здесь хороший дозатор. Это Brightening, то есть такая серия, осветляющая и придающая здоровый цвет кожи. Этот тонер снимает раздражение и восстанавливает отличный цвет лица. Эти средства я полностью опробовала на себе и могу вам их рекомендовать. Средство от бренда Mizone. Я обожаю Mizone. Все, что я пробовала, мне потрясающе подходит. Никаких аллергий не вызывает. Это гиалуроновая сыворотка, 100%. Гиалуроновая кислота – это единственный из раздела кислот, который увлажняет, а не обновляет кожу. То есть она не дает эффекта жжения, она не сдирает с вас кожу, не будет такого сильного обновления. Просто будет очень хорошее чувство увлажнения. Наносится эта сыворотка, именно очень концентрированная, под крем после тонера, для того, чтобы тонер, более жидкое вещество, засосало ее внутрь, и она взяла бы эту жидкость из тонера под кожу, и, соответственно, ваша кожа была бы такая наполненная, упругая, как тесто. Средство от Mizone, одни из моих любимых в косметике корейской. Следующий крем, у него вот такая шикарная, очень красивая упаковочка, это Ocean Power. Старая серия Mizone, ее уже может нигде не быть, в том числе на iHerb, но, в принципе, вот я еще успела ее купить в одном из своих прошлых заказов морскими водорослями. Я пробовала похожий с коллагеном. Мне очень нравится, что эти 50 мл именно вот в такой упаковочке, не приходится лазить пальчиком. Когда я попробую это средство, обязательно вам расскажу о нем. Опять же, от Mizone, крем, который я заказываю уже в третий раз, с плацентой, ампул крем. Очень концентрированный. Вы уже могли видеть в моих видео о том, что съела моя кожа за конкретный период, то есть в пустых баночках. Замечательный крем, просто потрясающий. Он полностью впитывается, ну просто 100%. Кожа его просто съедает. Недаром он назван ампул крем. То есть она выпивает его как ампулы, но он очень густой, и тем не менее удивительно, но он полностью впитывается. Кожа после него на утро вообще не перегружена, имеет даже, я бы так сказала, матовый какой-то финиш он. Я советую его тем, у кого жирная кожа. Вот просто замечательный крем, лифтинг одновременно, и питание, и увлажнение, и в то же время он не дает жирного блеска. Посмотрите, особенно те, у кого возрастная жирная кожа. Следующее вот такое замечательное средство, это также корейская компания, Елизавека она называется, Елизавека Original, видите все сертификаты. Это I Want Cream, то есть это тот крем, который как маска перед сном, поверх своего ухода, и с ним спите. Так выглядит смешно упаковочка, то ли яичко, то ли еще не знаю кто. Он запечатан, очень густое питательное средство для зоны вокруг глаз, возрастной именно крем, тот, который спасет вас от засушливости под глазами. Очень советую вам попробовать. И на iHerb очень часто бывают очень хорошие скидки именно на корейскую косметику. И по таким ценам, как на iHerb, вы нигде корейскую косметику не найдете. И в третий раз уже приобретая, показывала вам уже коэнзим Q10. Замечательно впитывается. Потрясающая вещь. От компании No Solutions. Я наношу ее еще и на зону декольте, то есть не только под глаза и на лицо. Никаких аллергий не вызывает. Замечательное, потрясающее средство, которое работает на нашу молодость, на наше будущее, антиоксидант. Вот такая следующая у меня смешная коробочка от компании Etude House. Корейцы очень любят вот такие оригинальные упаковки, красивые, как моя дочка говорит, няшные.
Милые такие. Для чего я их покупаю? Это крем для рук. Он неплохо увлажняет, но он очень красиво смотрится на столике. Я приобретаю их в подарок. Они стоят 200 с небольшим, но подарок потрясающий, ребят. Все, кому я сделала такой подарок, были очень благодарны. Таких зверюшек там различных много. Какой-то енотик, кротик, кто-то еще, мишка, зайчик. Ну, в общем, очень-очень красивые такие вот кремы. Советую вам приобретать на подарки. Хорошая упаковка, довольно серьезная. Тех средств, которые могут по каким-то причинам вылиться, жидких очень сильная упаковка, видите, еще сверху приклеивают. Это dry body oil, то есть это такое сухое масло, похожее на те, которые вы наносите на лицо, похожее на L'Oreal роскошь питания, которое потрясающе очень быстро впитывается. Здесь цитрусовая композиция, цитрус сплэш с маслом ши, с органа, с маруловым после душа. Замечательно питает, буквально несколько пшиков, разносится замечательно на влажную и на сухую кожу. Я заказываю его постоянно, очень приятный аромат. Легкий, цитрусовый, ненавязчивый. Следующее, что я приобрела, это вот такие вот кисти. Это Eco Tools и это набор от Real Techniques. Давайте все откроем и посмотрим. Очень хотелось мне попробовать от Real Techniques. Eco Tools у меня были кисточки, но вот этих пока еще не было. Вот так они выглядят. Очень пушистая, хорошо набитая. Посмотрите, пожалуйста, какой плотный ворс. Ей замечательно делать и контурирование, и пудру можно наносить. Ну, просто вот то, что я хотела, очень-очень хорошая, плотная, главное, мягчайшая. Кисть это называется Chic Brush. Следующая кисть, которой, честно говоря, мне очень не хватало. Я так чувствую, она довольно упругая. Она подойдет для нанесения хайлайтера, можно точечного какого-то нанесения, румян, возможно, даже контуринга. Эта кисточка называется Dua Fibra, потому что здесь и светлые, более длинные волоски, и темные, более короткие. Вот так это выглядит. В упаковочке, как вы видите, описана каждая кисть. Про эту кисть говорится о том, что она подходит для контуринга и скульптурирования. Думаю, что, в принципе, я найду ей много применений. И вот такой малышки у меня вообще ни разу, честно говоря, не было. Она такая тоненькая, она тоже Dua Fibra. Видите, тут маленькие волосики черненькие, они более короткие. Удобные эти кисти, такие вот в руке, она очень нужна для точечного нанесения. Например, тени в уголочек. Мне как-то не попадалась хорошая, правильная кисточка, я пробую, вам обязательно скажу. Lip Brush, она для губ, но я, естественно, буду использовать ее для других целей, для нанесения светлых теней в уголок. И теперь поговорим про кисть от Eco Tools Classic Foundation для нанесения кремовых текстур на лицо. Я люблю разносить такой кистью, честно говоря, основу, а не сам тональный крем. Маски, основы. Вообще кисти по стоимости на iHerb самые недорогие. Просто я нигде не видела такой стоимости. А у нас кисти от Essence столько же стоят, сколько Eco Tools и Real Techniques на iHerb. Поэтому обратите внимание, кто хотел приобрести, приобретите себе целый набор и просто радуйтесь. Здесь деревянная кисточка, она очень-очень мягкая. Ко всем кисточкам от Eco Tools у меня нет никаких претензий, они прекрасно моются и очень долго мне уже служат. Таких у меня несколько. Далее нас с вами ждут целых три средства от потрясающей и замечательно, очень стойкой, очень качественной косметики Elf. Американская бюджетная косметика. Она стойкая, она недорогая. И я взяла тени жидкие от Elf. Вот так они выглядят. Очень красивый оттенок. Такой молочно-золотой. Очень нежный. Если его вот так вот растереть в пыль, то думаю, что эти тени можно использовать как соло, так и в качестве вот такой светящейся подложки под другие тени. Обязательно попробуем с вами эти тени в макияже. Beautiful Bar. Это уже должны быть матовые тени. Следующий вариант. Вот такой цвет. Интересно, будет ли он отличаться от цвета в упаковке. Давайте попробуем. Очень кремовые такие, прям приятные в нанесении. Давайте попробуем немножечко их растереть. Тоже при растирании дают, видите, такую дымку очень приятную. Я бы сказала, такую цвета какао. Я очень люблю такие оттенки. И это пудра. Я много слышала о ней хорошего. Это пудра HD под глаза. В качестве такого вуалевого нанесения на лицо, когда не хочется, чтобы на лице был какой-то перегруз. Видите, здесь защитная пленочка. Таким образом постукиваем чуть-чуть и... Вот видите, уже выходит продукт. Совершенно невесомая пудра. Очень мелкий помол. Дает очень такой приятный перелив. Совсем легкий. Кожа после нее становится прям шелковая-шелковая. Для тех, кого интересует очень вот такая вот бюджетная американская косметика, я делала целое видео.
видео. И вот это новинки для меня, их я еще не пробовала. Обязательно все будем пробовать с вами в макияже. Также я решила попробовать Physicians Formula. Хотя сейчас он появился в некоторых магазинах в Москве. Там он гораздо дороже, чем на iHerb. На iHerb все-таки приобретать выгоднее. Как вторая кожа. Косметическая пудра Step Free Amazing Finish. Она должна давать такой очень приятный финиш. Как видите, она имеет оттенок. Это такой улучшитель, я бы сказала, кожи. Она дает действительно такой вот блюр золотистый, легкий. Видите, есть такой перелив. Она даст такой здоровый цвет лица и замаскирует какие-то такие покраснения. Вполне возможно, пигментные пятнышки уберет. Это толстенькая, потому что здесь есть еще кисточка. Кисточка, кстати, смотрите, очень неплохая. Она не подходит для пудры, но она чуть подойдет для контурирования. Видите зеркальце, что тоже очень удобно. Скоро это попробуем. Те, кто уже пробовал, поделитесь, пожалуйста, нравится ли вам эта пудра. Brushing Boosting Perfect, такой вот улучшитель, видите. Естественно, мой любимый коэнзим Q10, он был по какой-то просто бешеной скидке в таком пробном варианте, 10 капсулок, ну и даже за копейки 10 капсулок я, в общем, не прошла мимо, естественно, приобрела. И точно так же с очень какой-то большой скидкой, просто огромной. Ходите, пожалуйста, на специальные странички, где есть предложения, где есть лучшие предложения, где есть скидки, пробные продукты. Органик спирулина, органическая спирулина, хорошо чистит. Такие вот подарочки за 3 или за 5 рублей, я уж не помню за сколько. Натуральное дерево, ручка с логотипом iHerb, всегда приятно. $10 скидки с первого заказа, при условии, что заказ будет хотя бы $40. Замечательное, на мой взгляд, предложение. Об этой акции оставляю вам информацию в описании к этому ролику, ну и, конечно же, описание всех средств со ссылками на сайт iHerb также будет в описании к этому ролику под кнопочкой «Еще». Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!